Идем на заседание подпольного клуба. Тебе полезно будет. Подпольного клуба? Это как в фильме с этим самым, с кукурузом? Ой, иди ты в жопу, хрень, ты закон не принимаешь. Вот 15 лет мы с тобой вместе, а ты все в иллюзиях. Ну так, в этом же залог. Я тебе скажу, маски очень удобная вещь для подпольного дела. Карантин отменили, а маски теперь будем носить, видимо, всегда. Моя все равно круче. Ты, у тебя язык поверх зубов нарисован, лошара. Фига себе, подпольщики. Нехило живут твои маргиналы. Может, подпольщики, а может быть, надпольщики. Да, они же видно же, что сами себя. Ага, то как же. Тут у нас музыкальный отдел. Зой жив! Конечно, да. Элвис Пресли жив! Конечно, да. Зой жив! Ну это уж как-то слишком. Выведи этого отсюда, этого хмыря. Пошел вон отсюда, козел, понял, что ты такое несешь. Все само раз и появилось. Как сейчас есть, так и всегда было. Ну после того, как появилось, так сразу раз, и сейчас, и сразу. Появилось и больше не менялось, как появилось, как не появилось, так не было. А потом появилось. Все вот раз и сразу. Это все время бить себя по жопе палкой. Бить все время надо больно, больно надо бить себя по жопе палкой. Тогда попадется в рай. Надо никаких удовольствий. Вот еще. Надо по жопе себя палкой. Начинайте. Какой в жопу прогресс? Все так и хуже становится. Да, они все на Г. Я слышал, вы спецы по Белефельду. Ну тогда вам сюда. До свидания, покульки, покульки. Фредди, он что, правда сказал покульки? Или я совсем спятила? И то, и другое. О, сколько тебе лет-то, дед? Его подставили. А может, поднесли? Пойдем. Не, ничего не взрывалось, вообще ничего не взрывалось, не было ничего. Ничего не было вообще никогда. Никогда ничего не было, вообще никогда не было ничего. Ой, это специфические российские, смотри. Не было. О, этих сейчас не их время. Сейчас не их время, явно. Так, я выступить хочу. Меня, правда, прогнали, но я хочу выступить. Ну, хочется мне, чё? Короче, чуваки, на этом замечательном сборище отрицателей я хочу тоже высказать свое. Знаете ли, мое у меня тоже есть. Так вот, я отрицаю здесь больше вас всех даже. Я отрицаю вообще отрицание, понятно? Нет отрицания. Нет никакого отрицания, я не верю в это все заговор. Никаких отрицателей тоже не существует, так что валите все отсюда. Ну-ка валите по домам быстро. А то я сейчас в этой дундуковой палкой... Это бамбуковая палка. Нет, это именно дундуковая палка.